Ярослав'ın anası danışsın bize Ярослав hakkında. Да, я мама Ярослава, меня зовут Ольга. Вот в Баку мы приезжали в прошлом году. Вообще в Бер Давид мы с 22 года. Ben Ярослав'ın anasıyım, adım Olga'dır. Biz Bakı'ya geçen yıl gelmişik ama biz hayli müddet önce Bir David merkezini artık tanıyırdık. Продолжайте. А, вообще Давида мы знаем с 20-го года, но тогда был ковид 2 года, и поэтому мы не смогли приехать. А, вот. Biz 2020-ci ildən David Bey'i tanıyırıq, artık bu merkezi tanıyırdık ama bütün dünyada COVID belası baş tuttuğuna göre biz hiç cür bu merkeze əlaqə saxlaya bilmədik. Поэтому 22-й год был Одесса, потом Израиль, а потом два раза, вот второй сейчас раз в Баку приезжаем. Вот. 2022-ci ildən sonra isə artıq Odessa'ya, sonra İzrailə və daha sonra Bakıya gəlmişik. Biz artıq Bakıdayıq. Да. Вот, ну, приезжаем так часто, потому что хорошие результаты у нас. Яхшы нәтиҗәләр әлдә идерик. В прошлом году приехали, я немножко была в таком печальном настроении, потому что ребенок, конечно, вроде бы уже было 6 лет, но развитие было не так быстро, как хотелось бы. Вот. Keçən il gələndə, keçən ildə biz Azərbaycana Bakıya gəlmişdik. Keçən il gələndə mənim əhvalım yaxşı deyildi. Çünki uşağın baxmayaraq ki 6 yaşı vardı, amma onun əqli inkişafı o dərəcədə deyildi. Yəni yaşıtlarından xeyli geridə qalırdı. А, ну в прошлом году мы приехали, у нас были отличные результаты, ребенок начал рисовать, то есть до этого он сам не придумывал никакие рисунки, он мог что-то срисовать, но на этом все. Ama keçən il gəldikdən sonra artıq bizim yaxşı nəticələrimiz göz önündə oldu. Çünki uşaq başladı artıq rəsim çəkməyə. Görünür ki, Yaroslav'ın rəssamlığa böyük həvəsi, marağı var. Bax, ona görə də ana buna görə çox sevinir. Zəhmət olmasa efirdə Yaroslav'ın kadrları var. O Yaroslav'ın kadrlarını tamaşaçıların diqqətinə çatdırır. Monitora verək. Aha. Улучшилось поведение, улучшилась обучаемость. Вот, после этого мы уехали с Баку, и очень как бы хорошо он обучался, все было хорошо. Но в сентябре, даже в октябре, еще было все хорошо, в октябре какой-то откат случился, но у нас откат может случаться, там заболел ребенок, еще что-то так случилось. Да. Вот, и мы, конечно же, опять попросили Давида, чтобы мы приехали. Vəziyyət yaxşılaşmışdı, amma daha sonra sanki uşaq elə bil xəstələndi, nəsə bir hadisələr baş verdi və uşaqda sanki geriləmələr getdi və biz növbəti dəfə yenidən müraciət etməli olduq. Вот, и сейчас мы уже месяц здесь, вот, поведение его идет в лучшую сторону, то есть он стал более-менее спокойный, то есть раньше, ну, скажем так, были такие, ну, и раздражался, истерил, часто. Əvvəllər o belə isterik vəziyyətlər yaranırdı onda, özünü yaxşı aparmırdı, davranışları normal deyil idi. Yəni, müalicədən öncəki vəziyyəti danışır bizə Olga xanım. Да, сейчас у нас как раз идут осознавания у Ярослава. Он определяет свои эмоции, анализирует, что он чувствует. Но кто знает, для таких деток это очень сложно. Ама инди Ярослав муалиджеден сонра о артык этрафы анлыйр, özünü ifade etmeye çalışır, bizim dediklerimizi anlıyır. Görün, ne kadar müsbət değişiklikler olur. Да, он сейчас планирует свой день. Я ему, конечно, в этом помогаю, но он Hatta знает. Hatta öz gününü belə planlaştırabilir. Bilirsiniz, yani normal hala gəlib uşaq. Да, что с утра он покушает, поедет к Юсефе. Сәхәрдә йеməyini yer, gedir Юсефа ханым янына. Потом он что-то для себя посмотрит, например, мультики он хочет. Но он это проговаривает и планирует. Ага, özü danışır ki, daha sonra mən çizgi filminə baxacağım. Yəni, özü artık bunu planlaştırır. Да. Yəni, normal uşaqlar kimi, əziz tamaşaçılarımız. Да, в принципе, нормально для нормального ребенка. Ага. И сейчас у нас новое что-то в том смысле, что он осознает свои сны. То есть раньше ему что-то снилось, он не мог это объяснить, сказать. Əvvəllər, məsələn, o yuxu görəndə, o belə onun fərqində olmurdu, aydınlaşdıra bilmirdi ki, məsəl üçün, yuxu nədir. Amma indi hətta yuxusunu belə danışır. Да, его что-то пугало, что-то ему снилось, он не мог это сказать, просто... А сейчас он говорит, плохое настроение, был плохой сон.
Aha, demek ki əvvəllər o yuxu görəndə, nəsə yuxuda bir qorxulu bir şeylər görəndə onu aydınlaşdırıb bizə deyə bilmirdi. Amma indi, məsələn, əhval-ruhiyyəsi yoxdursa, deyir ki, mən qorxulu bir yuxu görmüşəm və yuxuda qorxmuşam. Yəni, normal, bildiyiniz normal uşaqlar kimi vəziyyətdədir. Да, и теперь он планирует свои сны, то есть он говорит, мне приснится, да, щеночек беленький обязательно. Ага, продолжайте, пожалуйста. Он заказывает. Да, заказывает себе сны, он, чтобы хороший. Да, 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 то есть это... Сифариш верит, тебя юхуда на следующее утро он просыпается, мне приснился щеночек, то есть он уже более радостный просыпается. Он понял, как с этим справляться. Это, ну, это как раз... Айдын олуп ки она, яни юхуда гюрдюй хер ханса бир горкулу бир хадисе, реал хаятта онын башына гелен хадисе дейл, бу юхудур. Яни ону артык ушак анлыйып. Amma bir autizm, belə deyim, spektri ilə yaşayan uşaq, uşağa bunu aydınlaşdırmaq çox çətin olur. Yəni, ona bunu anlatmaq çətin olur. Да, с ним можно договориться, ему можно объяснить, он это все понимает, проговаривает. Для таких деток это правда, это сложно. Поэтому мы очень благодарны Давиду, да. Момент осознавания у нас идет прям полным ходом. Айдындона. Да, вот. Дай Бог ему здоровья. Спасибо большое. Еще лучше, чтобы да, он сдал. Спасибо большое. Продолжайте, господин Давид. Да, я хочу добавить. Вот каждый раз я, когда родители рассказывают о том, какие изменения произошли, причем рассказывают уверенно, зная, что уже это стабильно и возврата в прошлое состояние уже быть не может. Я каждый yani раз bu değişiklikler stabildir. Yani geri dönüş olmayacak. Evvelki vaziyete kayıtmayacak uşaq. Bunu her defa valideynlere söylüyorum. Радуюсь тому, насколько быстро родители забывают то плохое, которое было и в котором они жили, и не было никаких шансов на изменение этого к лучшему. Да, вот в этот раз я приехала расстроена, потому что, как мне казалось, что у нас откат. Вот, а мне все говорят, нет, Ярослав в прошлом году был хуже. Я говорю, ну как хуже? Он там стихи читал, еще что-то маленький, но заучил. Он говорит, да ты посмотри видео. Я действительно посмотрела прошлогоднее видео. Речь была намного хуже. Bu ilə qədər Yaroslavda xeyli irəliləyişlər var. Sadəcə olaraq, valideyn olaraq o istəyir ki, daha da irəliyə getsin. Ona görə o pis günləri artıq xatırlamırlar. Понимание речи было хуже. Я понимаю, что мы все равно идем вперед. Расстраиваться не нужно. Я всем родителям желаю, на самом деле, не сдаваться. Есть методы, есть лечение. Все равно в деток своих верьте обязательно. Не складывайте руки, все будет хорошо. Thank you.